20 руководительниц предприятий Башкортостана стали лауреатами регионального этапа всероссийского конкурса «Женщина-директор года». Итоги подвели накануне в Уфе. Мероприятие организовали Министерство предпринимательства и Ассоциация женщин-предпринимателей. Заявки на конкурс в этом году подали более 50 человек. В финал вышли 35 конкурсанток из Уфы, Туймазов, Давлеканова, Гафурийского, Зианчуринского, Миякинского и других муниципалитетов. Все участницы – руководители действующих предприятий, творческие личности и успешные женщины. В финале каждая рассказала о своей работе, о стимулах и о том, что помогает идти к успеху. В числе лауреатов – директора хлебопекарен, ателье, медицинских и косметических салонов и так далее. В 2024 году победительница республиканского этапа представит Башкортостан на всероссийском конкурсе «Женщина-директор года», который проводится под патронатом Совета Федерации.